Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, добрый день, вечер. Я рада вас приветствовать. Благодарю вас, что вы находите время, выходите в прямые эфиры. При высокой загруженности, да, многие работают, учатся. Окей, хорошо. Давайте минуточку еще подождем. Сегодня у нас будет очень интересная тема. Добрый вечер. Тема про эмоции. Тема про ценности. И почему, наверное, да, оговорки по Фрейду у нас про эмоции? Потому что, безусловно, наши ценности напрямую связаны с эмоциями, которые мы испытываем. Я сегодня вам буду рассказывать метод работы с ценностями человека. Этот метод очень важный, очень продуктивный в работе с клиентом. И есть клиенты, которые в этот метод хотят зайти сразу, когда мы начинаем с ними работу. Это скорее больше про коуч-сопровождение. Это когда человек приходит к вам не на единичную сессию, да, а чаще это некие такие запросы, которые предполагают долгосрочную работу. И, соответственно, вы предлагаете клиенту вот работу. Знаете, как происходит? Приходят клиенты в коучинг с какой-то острой потребностью, либо с каким-то чувством, с которым они хотят проработать, либо есть какая-то конкретная задача, какая-то цель. И буквально первые несколько сессий вы снимаете вот это напряжение, и потом впоследствии и сам для себя клиент раскрывается, и вы понимаете многие вещи такие, да, и предлагаете ему работу, предлагаете работу с ценностями для того, чтобы составить матрицу ценностей. Что это такое, зачем это нужно и как это все назвать одним словом, я бы сказала так, что это некий компас. Это метод наполнения ресурсом, это метод работы с ценностями. Мы будем говорить с вами о ценностях. Что такое ценности? Мы сейчас не будем с вами вдаваться в философское обозначение этого термина. Я вам даю информацию на основании Петера Ксенака и его коллеги Кейт. Сейчас я вам скажу. У меня все время вышибает из головы, значит, ее фамилия. Ну, в общем, мы к ней вернемся еще. Кейт. Катя Дюкхоф. И, соответственно, ценности являются некоторым таким ориентиром, компасом. Это навигационная карта, то, что мы будем делать. Давайте я вам сейчас покажу на примере работы с одним из моих клиентов. Вот так выглядит карта. Мы с вами будем ее составлять. Карта ценностей – это некая метафора, это некая наглядность, которую получает человек и понимает, что вот оно, это мое. Что такое ценности? Ценности – это то, что движет нашими выборами. Это то, что заставляет и побуждает нас делать тот или иной жизненный выбор в ту или иную пользу. Ценности, наши ценности – это глубинные эмоциональные потребности, которые формируются у нас в первые годы жизни. И далее эти ценности, когда они начинают формироваться, далее им важно, им необходимо, чтобы они удовлетворялись снова, снова и снова. Когда мы работаем с клиентом, клиент для некоторых клиентов становится вообще откровением,
Вот эта работа про ценности. Почему? Потому что мы, я вам уже говорила, в той или иной степени всегда делаем выбор, мы фактически выбор делаем ежеминутно. И иногда мы чувствуем, ощущаем некий дискомфорт, когда нам приходится выбирать какую-то ценность, но это, клиент еще до этой работы он это не осознает, когда он делает какой-то выбор, но он, кажется, опирается на логику, делает все так, как логично, то все как понятно, но внутри у него есть внутреннее такое чувство некоего конфликта, чувство неудовлетворения. И тогда вот в этот момент мы можем говорить о том, что да, человек сделал, но, скорее всего, у него была на глобальном таком уровне нарушена какая-либо одна из ценностей. Что я бы хотела, да, что я хотела бы, на чем заострить наше внимание с вами. И мы говорим о том, что на самом деле ценности у каждого человека разные. И критерии у ценностей, есть два критерия. Она либо удовлетворена, либо не удовлетворена. Что такое эта ценность? Давайте с вами возьмем некие такие моменты, когда для нас может являться ценностью успех. Да? И напишите, пожалуйста, вот мы вот сегодня лекцию с вами будем просто рассуждать о ценностях и исследовать эти ценности. И я предложу вам в конце, я вам покажу матрицу, я вам покажу первую часть таблицы, и вы заполните это. У нас через день, да, в четверг будет следующая лекция, и на следующей лекции мы будем дозаполнять. Что это такое? Почему я говорю, что это навигация? Вы будете очень четко понимать, почему вы делаете тот или иной выбор, на что вы вообще опираетесь и насколько ваши ценности действительно удовлетворены. Давайте я приведу такой небольшой пример, чтобы мы сейчас не говорили четверг завтра. Здравствуйте. Ладно, хорошо, я, значит, подумаю тогда, когда у нас... Да, в пятницу, простите, я уже сбилась. Смотрите, здесь вопрос заключается в том, что я вам сейчас приведу пример, и вы поймете. Давайте так. Вот, к примеру, у клиентки есть тяга к путешествиям. Она очень любит путешествовать. И в период коронавируса, не то чтобы когда нас, например, да, там сначала закрыли территорию, все сидели по домам, да, и у человека была нарушена, казалось бы, эта ценность путешествия. И мы начинаем с ней разбирать, то есть она в таком тяжелом достаточно эмоциональном состоянии, и мы с ней начинаем разбирать эту ценность. Путешествие. Мы рассуждаем о том, что она получает во время этого путешествия. То есть какие у нее эмоции во время путешествия, какие чувства ее наполняют. Потому что путешествие – это некое действие, которое влечет за собой удовлетворение какой-то потребности. Давайте, например, вот кто любит путешествовать, напишите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете, когда вы путешествуете. Да? И вот для примера пишите, пожалуйста, а попутно я буду рассказывать. И когда мы стали с ней выяснять вот этот момент, да, по поводу путешествия, какие чувства у нее происходят, мы начали замечать, что у нее есть, безусловно, радость. Хорошо, а радость от чего? Радость новизны, да? Мы выявили с ней вот эту вот ценность новизны. Но так как она эту ценность удовлетворяла новизны через путешествия, постоянно отправляясь в какие-то новые места, да, и страны, вот, воодушевление, например, да, чувство радости, восхищение. И представляете, вот она привязала, вот она неосознанно привязала вот эту вот ценность, наполненность, новизна, воодушевление, восхищение, радость, новизна, да, вот смотрите, и каждый вкладывает вот в это понятие, да, вот что он от путешествия получает свое. У нее новизна, окей, хорошо, новизну, новый опыт, где можно, как можно получить. Мы начинаем с ней это думать, она брала это в путешествие, хорошо, представляете, занавес, да, закрыто, из дома не выпускают, а ей необходимо это чувство новизны. Она мечется по дому, у нее были запланированы определенные поездки, да, то есть она старается выезжать раз в 3-4 месяца для того, чтобы перезагружаться в том числе. Счастье, радость, расслабление, удовольствие, радость от смены места, что-то новое, от открытия других сценариев жизни.
убегала от себя, только стала работать с собой, мне стало хорошо. Здесь немножечко про другие, Наталья, мы вещи говорим, новый опыт. Вот, и, соответственно, все, у нее грусть, тоска, ей не очень комфортно, ей прям вообще печаль печальная. И, соответственно, мы выявляем вот эту ценность новизны. И дальше мы думаем о том, она привязала эту ценность к одному критерию, да, к одному действию, к путешествию. И мы с ней начинаем раскручивать и думать, а где еще и как она может получить вот этот эффект новизны. Она оплатила там дополнительные каналы, она нашла дополнительные передачи про путешествия, она выбрала ровно, на Ютубе смотрела, да, она там Птушкина смотрела, там еще какие-то, да, передачи такие, которые про путешествия были. Она наполнила какой-то промежуток времени своей жизни вот этими своими путешествиями, пустились через телевизор. Дальше, пока еще нельзя было перемещаться между городами, но можно было перемещаться, уже выходить на улицу, да, определенный период времени находиться. Мы договорились с ней, что, например, она не ходит в ближайший магазин за продуктами, а она ходит в другой магазин за продуктами, она каждый раз находит какие-то новые магазины и идет туда, в эти магазины, разными путями. Что тоже дало ей вот это ощущение новизны, когда она старалась обращать внимание на фасады зданий, она живет в центре Москвы. Она обращала внимание на билборды, она обращала на заборы внимание, на лавочки. То есть такие вот мелочи, которые она открывала для себя заново, сместив фокус путешествий в дальние страны на эффект новизны. То есть она не выходила и не садилась в машину и ехала, она стала ходить. Да? И после этого у нее практика такая пошла, то есть она стала на работу потом ходить разными путями и так далее. Другой момент, например, да, у человека есть то же самое путешествие, может удовлетворять другие потребности, не в новизне, да, а ей важно знакомиться с бытом других людей. Но когда мы начинаем раскручивать про путешествие, мы выясняем, что ей не очень нравится путешествовать одной, ей нравится путешествовать с друзьями и с мужем. Почему? Потому что у нее ценность – это коммуникация, да, это дружба, это общение веселое. И таким образом, соответственно, да, то есть мы переключили это состояние, невозможность путешествовать, да, на получение вот этой ценности в дружбе и общении другим способом. Да? То есть это было иначе сделано ей. И таким образом, когда мы, например, привязываем свои ценности к чему-то одному, какому-то действию, нам становится не очень комфортно. Ценность может быть не удовлетворена, и мы ощущаем дискомфорт. Или, к примеру, для меня важно, например, для меня одна из моих ценностей является комфорт. Мне важно, чтобы было комфортно. И еще одна из ценностей, я объединила их в одну группу, мы с вами потом это будем учиться делать, да, и эстетику, и комфорт я объединила. И для меня, например, очень важно, заходя в какое-либо заведение, это ресторан или это гостиница, чтобы там было красиво, или это какая-то квартира, например, да, то есть помещение, офис, красиво. И вкусно пахло, и новая мебель стояла, да, не было ничего затертого. И для меня вот этот параметр важный. И для меня важно, чтобы на меня дул кондиционер там или еще что-то. И заходя в ресторан, когда я могла несколько раз взять и пересесть, потому что мне некомфортно, я пришла отдыхать, у меня, например, супруг очень сильно нервничал по этому поводу, что мы как дурачье пересаживаемся и так далее. Я могла спокойно и компанию перетащить, пересесть. И вот эти все постоянные моменты, и какой-то период времени было такое чувство, знаете, как будто что-то со мной не так. Но потом, когда составлялись матрицы ценностей, когда прорабатывали, когда я это увидела, что для меня комфорт является важным, мы обсудили это. И у нас теперь нету проблемы, заходя куда-то, да, то есть, если это гостиница, я спокойно захожу в номер и смотрю, как бы все ли меня устраивает. Если это ресторан, я захожу, и когда есть возможность выбрать место, мой супруг мне говорит, выбери, пожалуйста, место, да, и мы потом, соответственно, все присядем. И компания моих знакомых, моих друзей также к этому относится, потому что я донесла эту информацию до того, что для меня ценно, это очень важно. И поэтому
если раньше это были конфликты определенные, да, то сейчас другой человек относится к с пониманием. Для меня это важно. Мы будем выделять с вами топ-10 ценностей. Что такое ценности? Ценности формируются, как я вам говорила, в начале жизни нашей, да, и на самом деле не меняются. Как правило, ценности остаются одни и те же. На протяжении они укрепляются где-то порядка, где-то 18-20 лет они уже фиксируются и укрепляются, да, и дальше мы с этими ценностями идем по жизни. Но ценности удовлетворяются, меняется только критерий удовлетворения ценностей, то есть то, каким способом мы эту ценность себе удовлетворяем. Ну, давайте, к примеру, возьмем ситуацию. Мальчику важно, для него ценность — это уважение, там, например, и признание, да? Ну, больше, наверное, будет про признание. И в детстве, например, этот мальчик, вот это признание, ценность, он как его удовлетворял, да? Он мог удовлетворять на улице его с помощью кулаков, да, быть сильнее, быть проворнее, быть самым таким движниковым где-то, да, лучше всех играть в футбол, баскетбол или, я не знаю, все что угодно, да. То есть он таким образом получал это признание. Потом, когда мальчик вырастает, к примеру, да, во взрослого зрелого мужчину, что происходит? Ну, вот это мордобойство, оно у него уже заканчивается, нет смысла там вот в это перепрыгивать. Но он вот это признание может достигнуть за счет чего? За счет какого-то высокого профессионального роста, за счет какой-то должности, за счет каких-то финансов, например, да, может быть, это могут быть какие-то там изобретения, признания, то есть то, что дает ему признание. Вот так работают ценности, вот что ценности. И каждая ценность для каждого человека является своей. Почему я говорю про то, что мы будем составлять навигационную карту? Даже если вдруг мы называем одну и ту же ценность с разным количеством человек, то наполнение этой ценности будет разным у всех. Смотрите, да, для кого-то путешествие — это про новизну, для кого-то это про новые там страны, новые места, для кого-то воодушевление, да, для кого-то это радость. То есть на самом деле давайте будем смотреть, а что такое новизна? Да? Для кого новизна – это про что? Для кого-то новизна – это новое место. Да? Для кого-то, например, новизна – это новые какие-то ощущения, да? Новые признания, новые пейзажи, новое понимание того, что мне что-то доступно, да? Покорение каких-то моментов. То есть давайте возьмем, например, кто-то называет ценность «семья». Да? А что такое семья? А является ли семья действительно ценностью? Для одного человека это может быть казаться семьей, да, семейные ценности вот эти. А для другого семья – это полный большой набор каких-то конкретных ценностей. И когда мы входим в конфликт наших ценностей, когда мы вынуждены выбрать что-то и не удовлетворить нашу вот эту глубинную основные потребности, вот эти топ-10, и чем больше так ценностей не удовлетворяется, тем дискомфортнее себя ощущает и чувствует человек. Вот это состояние, поставьте плюсики, если оно вам знакомо. Вы что-то сделали, вроде все хорошо, вроде все правильно, а где-то внутри вас вот есть такое состояние, ну вот вроде все хорошо, а вот что-то не то, чего-то мне вот здесь вот не хватило, чего-то мне не достало, да. Вроде я о ком-то там и позаботился или что-то сделал, ну вот внутренне я себя не чувствую вот так комфортно, хорошо, и что вот я испытываю удовлетворение, да. А иногда вы делаете что-то и понимаете, что это вообще круть. Но здесь один момент. Мы можем управлять только тем, что мы осознаем. До тех пор, пока мы вот не сделаем вот такую матрицу, пока мы вот это вот все не выведем в область осознанного, мы не понимаем, да, что, как, зачем. То есть вот я вам про комфорт, да, привела пример. Меня реально терзало как бы очень много. Мне было иногда стыдно сказать, иногда было состояние такое, ну что ж, я действительно, ну, наверное, какая-то никакая. И вот это подавление, я сижу в компании, мне нравится, мне классно, но мне некомфортно, как думает, дует кондиционер или сквозит, или тут запах от кухни, например, идет, да, сильнее, чем мне было бы нужно. Мне некомфортно, я не расслабляюсь в этот момент. Хотя я потратила на это время, да, я выделила это время. И вот это состояние, когда ты четко понимаешь, что тебе хочется и что тебе нужно, и можешь это озвучить и другому человеку, это очень классно. Но самое главное, что ты озвучиваешь про это для себя.
И давайте мы с вами проговорим по поводу того, что эмоции всегда подразумевают какие-то ценности, которые мы, да, которые у нас сформированы. И именно ценности заставляют нас двигаться, они даже не то, что это некорректное слово, ценности побуждают нас двигаться по направлению к нашим целям. Да? Это вот когда без вот этого надрыва, когда я понимаю, зачем мне это нужно. Если, например, у меня у клиентов ценность здоровье, да, здоровое тело, здоровье, ему не нужно прикладывать усилия. И когда мы, например, начинаем разговаривать по поводу того, что человек очень много работает, у него фактически не остается время на себя, мы выясняем в процессе работы, что одна из важных ценностей для него здоровье, и здоровье для него это про корректное питание, это про спорт, это про режим воды, да, режим сна и режим отдыха и работы. И мы понимаем, что вот это состояние какой-то неудовлетворенности от того, что вроде бы все хорошо, бизнес прет, вроде как и дома все хорошо, но вот где-то внутри него сидит этот червь, и когда мы достаем вот эту ценность здоровья, он начинает осознавать и говорит, блин, я реально просто понимаю, что я забил на себя, забил, и я не делаю, я там не хожу уже на спорт который день, да, и неделю, и мне дискомфортно. И мы говорим вот об этом. И здесь мы говорим о том, что к ценностям мы приближаемся через чувства, которые мы испытываем, и через критерии, удовлетворена ценность или не удовлетворена ценность. Да? Какие есть ценности? Ценности есть разные. Я вам вышлю потом, давайте, наверное, список ценностей, чтобы вы могли просто ориентироваться, да? Приблизительно, что для вас важно. И на самом деле то, что приводит нас вот к этим чувствам, чувству удовлетворения, да, то есть то, через что мы приходим, то есть какие действия мы совершаем для того, чтобы получить это чувство. Да? И здесь нужно, когда вы будете заполнять таблицу с клиентами, каждый раз, когда он будет вам говорить, например, какое-то действие, которое он делает, нам нужно будет его расшифровывать, прям попросить его раскрывать. То есть мы будем создавать у человека максимально возможную осведомленность о самом себе. И вот здесь вот работа с матрицей ценностей – это коучинг, да? По факту это коучинговая сессия. Но здесь вопрос в том, что вы сразу же говорите клиенту о том, что это любопытство к себе, это любопытство к тому, из чего я состою. И на самом деле вот это чувство радости, счастья, спокойствия, это то, к чему базово стремится человек всегда. И то, какие бы он ни совершал действия, основным желанием все равно остаются вот эти ценности. Но человек ценности может называть по-разному и может наполнять по-разному. И здесь очень важно понимать, что вы не работаете в своей карте, вы работаете в карте своего клиента. Если он вам говорит о том, что любовь для него – это обнимашки, целовашки и подарки, то вы не можете сказать ему о том, что чувство любви – это более глубинное чувство, которое выражается некой общностью и так далее. Это ваша картинка мира. Для него это так. Окей? Я понятно сейчас вам объясняю? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Плюсики или минусики, если непонятно. Пообщайтесь со мной. Давайте, возьмите телефончики и поставьте. Угу. Ой, спасибо большое. Все, пошли разговаривать. Все. Я люблю, когда вы разговариваете. Это так прикольно, когда идет коммуникация, взаимосвязь. Так, хорошо. Теперь смотрите, нас мотивируют ценности и чувства, которые мы хотим иметь, и те, которых мы больше всего боимся. Мы с вами будем говорить о стратегии «к» и стратегии «от», когда будем разбирать с вами ответы клиентов. Да? И вот смотрите, на что мы ориентируемся, как нам понять, что это действительно наша ценность, это ценность клиента. Вот давайте так, если, к примеру, вы эту ценность, которую мы называем с вами, там, успех, радость, счастье, вдохновение, гармония, любовь, там, да, партнерство, независимость, все, что хотите, можете поместить в свое тело как чувство,
где оно находится, в какой части тела оно находится, и вы действительно это помещаете, то тогда мы действительно можем говорить, что для вас это является ценностью. Если мы не можем это поместить где-то в какой-то уголок нашего тела, значит, ребят, может быть, либо мы не так называем, либо это социально навязанная такая ценность, да, которая не движет нами. Наши ценности – это наши мотивашки, это то, что двигает и побуждает нас делать что-либо. То есть я иду к здоровому телу, я иду в правильное питание, не пожираю фастфуд, да, слежу за режимом питья и отдыха только потому, что моя ценность – это здоровье, здоровое тело. Да? И не нужно здесь договариваться с собой, и не нужно там на какое-то преодоление идти. Так, теперь следующий момент. Да, таблица – это некая наша визуализация. Еще я хотела сказать о том, что на самом деле вот наши эмоции, они несут сигнальную функцию. Они нам показывают, нравится нам или не нравится, хорошо нам или нехорошо. И вот в мире выживает на самом деле не сильнейший и умнейший, а самый адаптивный. И понимание своих ценностей, распределение этих ценностей дает нам вот эту адаптивность. Вот смотрите, да, путешествие, все, затык, дискомфорт, депрессия, я не могу теперь путешествовать, неизвестно, насколько закрыли, да, как же мое вот это желание там получения вот чего-то там, когда клиент еще даже не понимает, а мы вытаскиваем это новизны. И смотрите, в чем адаптивность, мы увидели и осознали это. Также, например, молодая мамочка, которая в декрете, которая родила ребенка, и она не может выехать куда-то, это физически ей не представляется возможным, да, то что мы можем ей предложить, да, если у нее есть ценность в путешествии? Мы можем ей предложить гулять с коляской, ну, с ребенком в коляске в абсолютно разных местах каждый день, да? Ходить разными тропами по возможности, сколько ей это доступно. Следующий момент, к примеру, да, когда мы говорим про то, что нам важно найти, да, мы не осознаем. Поэтому смотрите, когда мы говорим о том, что человек делает какой-либо выбор, он делает выбор максимально доступный ему на данный момент времени. То есть то, что ему сейчас подходит, то, что ему сейчас помогает. Так. Давайте вот смотрите тоже, например, пример, да, вот такой. Что тебе нравится? А, ну давайте я сейчас открою, наверное, таблицу, и я с вами пойду, скорее всего, по таблице. Таблица у нас будет выглядеть из нескольких состояний, из нескольких параметров. У нас будет, давайте я вам открою сейчас эту таблицу, поделиться фото. Окей, сейчас я поделюсь с вами, например, фото. Да, вот так. Не видно, да? Так, ну... Видно или не видно? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, в любом случае, смотрите, вот верхняя часть – это ценности наши, а вот левая часть, да, там у нас нарисованы, там будут прописаны наши роли. Мы будем с вами выделять ценности и будем с вами выделять роли. И что я вам сейчас предлагаю? Мы начинаем работу с клиентом вот с этой таблицы. Посмотрите, да, таблица, что тебе нравится, что тебе не нравится, и дальше мы выясняем ценности. Про что мы здесь говорим? К примеру, когда мы задаем человеку вопрос, наша задача у человека получить ценности. Ребят, понятно объясняю, увидели картинку, да, немножко? Нет левой. Ну, я в любом случае сейчас это все отправлю в сторис, и помещу. Давайте я прям так и назову. Картинка будет трансформационный коучинг, а я напишу ценности. Хорошо? И теперь давайте будем смотреть с вами. Мы пойдем сейчас с вами непосредственно по ценностям. Так, так, так. Да. То есть зачем, ради какого чувства я делаю что-либо? Да? И здесь получается, смотрите, вот у нас есть, давайте будем ориентироваться на две таблички с вами. Мы ориентируемся с вами на две таблички. На две графы в табличке. Первое, что тебе нравится? Вы в таком мозговом штурме
разговариваете с клиентом по поводу того, что ему нравится в жизни. Для того, чтобы нам выделить ключевые 10 ценностей, достаточно 15 или 20 критериев того, что человеку нравится, да, или что его раздражает. Я пробовала с клиентами делать большее количество вот этих критериев, прописывать, но на самом деле это не есть хорошо, потому что клиент начинает... Ага, видно вам сейчас, да? Вот посмотрите, да? Что тебе нравится, что тебя раздражает. Вот здесь нам очень важно, чтобы человек начал вести мозговой штурм. Мы работаем в матрице этих ценностей клиента, да? И ценности на самом деле это некие абстрактные понятия, которые мы выделяем как эмоции и как состояние, да, такое у нас находящееся определенное в теле. И на самом деле вот эти ценности, они у нас, я вам говорила, формируются из определенных действий. Ну, давайте так, к примеру, человеку нравится, давайте я пока это уберу и потом сделаю. Например, человеку нравится, что тебе нравится, да, вопрос по первой части таблички, когда мы вот заводим, он говорит, например, мне нравится еда. И давайте будем смотреть и думать по поводу еды. Где, как и при каких обстоятельствах мы эту еду получаем. То есть еда как ценность маловероятна, это ну, невозможно. Да? То есть через еду, через какое-то действие человек удовлетворяет какую-то ценность. И тут мы задаем ему дополнительные вопросы. Да? Если он говорит нам, к примеру, про еду, мы разворачиваем масштаб его изображения вот этого. Да? А что для тебя еда? Еда как должна выглядеть? Да, в каких условиях, в каких обстоятельствах. И здесь мы понимаем, мы разворачиваем клиенту, что еда для него не является ценностью. Например, еда есть во время романтического ужина. Да? Какая ценность может удовлетворяться во время романтического ужина? Это что-то одно. Например, еда на берегу моря с большой компанией друзей, близких, да? Здесь удовлетворяется какая-то другая ценность, может быть, да? А, например, ценность банкета на 100 или 200 или 300 человек, да, везде фигурирует еда, но в каждом из этих фигурирований вот, в разновидностей, когда и как человек принимает еду, могут быть разные ценности. И, соответственно, здесь мы у человека разворачиваем, да, какие чувства у меня вызывает, когда, к примеру, это романтический ужин, да, что я в этом чувствую. Бывает, что чувство общности, да, или чувство, например, там, романтизм такой определенный. Да? А когда, к примеру, я кушаю, принимаю пищу, там, барбекю на шашлыках или на пикнике с большой компанией друзей, какое чувство я удовлетворяю, да, то есть какая потребность, в чем? Потребность в дружности, может быть, да, может быть, потребность в общении. Все, отлично, зафиксировали. А если мы говорим, к примеру, про еду в... там в ресторане на 100 персон, да, это что это вообще за принятие такой пищи, там может быть статусность, там может быть признание, то есть что через это действие человек получает, что ему действительно истинно нравится. И это очень важно, чтобы вы развернули вот это понятие человека, да, то есть через что он идет. И на самом деле, если человек говорит, слушай, ну я не знаю, что мне нравится, что-то я вот прям задумался, не могу тебе ничего сказать, тогда вы ему говорите о том, что окей, смотри, давай мы сделаем следующее. Вспомни, пожалуйста, за последнюю неделю, что доставило тебе удовольствие, что тебя порадовало, от чего ты был счастлив. Да? И человек начинает, например, объяснять, что я там, не знаю, купил себе какую-нибудь вещь, например, да, или я там набрел на маленькое уютное кафе, в котором выпил шикарное капучино, или, к примеру, я познакомился там с удивительным человеком. И вы начинаете, вы сначала составляете вот этот список. Где-то я взяла пример вам из книжки. Я вам скажу потом, что за книжка. Вот. И вот, соответственно, вы еще пока из этого не извлекаете ценности, когда вы заполняете вот эту первую графу. Что тебе нравится делать?
да? Или что тебе нравится созерцать, что тебе нравится наблюдать. Задаете эти вопросы и записываете в табличку. Табличку можно сделать в Excel. Я провожу эти сессии, конечно же, онлайн, абсолютно спокойно. В Excel делается табличка, заносится туда вот все эти вещи, делаете демонстрацию экрана, и клиент сам видит, он вам говорит, а вы непосредственно фиксируете, да, вот эти моменты все. Есть еще один из вариантов работы с клиентом. Это тогда, когда вы даете клиенту самостоятельное заполнение вот этой таблицы. Но здесь есть нюансы. Там начинает человека прям штормить. Одно дело, когда он записывает то, что ему нравится, да, то есть это некая такая ресурсная колонка, потому что он вспоминает о том, что ему понравилось, он группирует то, что ему нравится. Ведь давайте так, мы психологи, нам кажется, очень многие вещи очевидны, что ну а что в этом такого? Для большинства людей, для большинства клиентов, которые не связаны с темой психологии, поверьте, эта таблица является вообще прям таким нереально терапевтическим инструментом, где они начинают и рыдать, и радоваться, и плакать, и умирать после каждого пункта и так далее. Поэтому посмотрите, пожалуйста, сами, как вам будет комфортно, как вы обсудите это действие с вашим клиентом. То есть можно делать и так, и так. Конечно, когда вы заполняете эту таблицу с человеком, это в разы интереснее, это в разы эффективнее. Если человек склонен к рефлексии, если человек там проходил уже и работу с психологом и так далее, или, может быть, вы будете делать, например, да, для своих коллег такую работу, то ок, человек может самостоятельно это все делать. Не говорите о том, что расписать много критериев. Реально вот, не нужно, потому что потом просто человек начинает путаться, зашиваться, и вы в процессе сессии тратите время. На самом деле сессия занимает, это две или три сессии. И на это тоже нужно настраиваться. Если человек заполняет сам, это минимум две сессии, да. Если человек не заполняет эту таблицу сам, это три, иногда, может быть, там четыре сессии, если потом будет еще такая подробная проработка по самой матрице. Это еще не матрица, это только подготовка. И теперь смотрите, да, вот мы прописали, что человеку нравится. И потом, что мы начинаем делать, да, а потом мы начинаем просить его дать то, что ему не нравится. Да? Это такие вещи, которые связаны с определенным негативным опытом. Это те обстоятельства, те события, когда фрустрируются наши потребности, да? То есть вот эти глубинные потребности. И что не нравится, да? То есть что тебе не нравится, что тебя раздражает. И человек начинает тоже выписывать то, что его раздражает. Здесь, смотрите, вот в конце Питер Ксенок показывает о том, что он ставит скобки и многоточие. Многоточие нужно для того, что потом в процессе работы еще может что-то всплыть, к примеру, да, и человек всегда может это дописать. И дальше вы проработали все, что человека раздражает или не нравится. А дальше идет следующий момент. Это момент выделения такой, выяснения ценностей. Да? Когда вы задаете вопрос, вы берете, например, сначала графу с позитивными, да, вот этими состояниями, то есть то, что человеку нравится, и задаете ему вопросы, да, к примеру, а чем так хороши для тебя путешествия, к примеру, да? Или там, а чем так хорошо для тебя праздновать твой день рождения, да, и человек вам отвечает, ну, я не знаю, там, я испытываю радость определенную, да, еще это для меня про некую общность, потому что ко мне приходят друзья. И вы записываете, да, то есть это, вот смотрите, ценность – это то конечное чувство, которое побуждает его для того, чтобы оно появилось в жизни человека, сделать какое-то действие, да, то есть человек делает что-то, чтобы и получает за счет этого вот это чувство. Ездить на автомобиле, да, это свобода, это любопытство, да, это тоже радость. И таким образом вы проходите по каждому событию, которое указал человек. Проработаем первую и вторую колонку именно образом, способом, сколько по времени. Все зависит от того, какой клиент, как долго вы с ним вообще входите в это состояние. Кто-то быстро, кто-то недолго. Как правило, если клиенту вы даете это для самостоятельного заполнения, то он заполнит только, что тебе нравится, что не нравится. Ценности вы проходите.
с человеком. Иногда человек прям утрожает эти ценности. То есть вот не все прям так легко. Но здесь вы вот просто спрашиваете, а какое чувство ты испытываешь? Видите, что он там про чувство с трудом, хорошо. А эмоция какая у тебя тоже, например, может быть с трудом, да? Хорошо, а ради чего ты это делаешь? Зачем ты это делаешь, да? Вот, и вот когда ты празднуешь день рождения, вот, вот что происходит? Для чего ты его организуешь, да? Говорит, ну, чтобы у меня собрались много друзей, к примеру, да, там, и мы все веселимся. Хорошо, классно. А когда у тебя много друзей, и вы все веселитесь, вот что, какое чувство ты испытываешь? Ну, не знаю, для меня это вдохновение, некая общность и радость, например, да, все. И вы выписываете эти ценности. Дальше, когда, например, вот он вам сказал, праздновать день рождения для меня это радость, да, не отступайте сразу же к следующему пункту, а разворачивайте вот эту карту, вы разворачиваете человеку, да, то есть, а давай еще посмотрим, давай понаблюдаем, давай поисследуем, да, и вы задаете ему вопрос, к примеру, да, а чем еще тебе нравится ездить на автомобиле, да, а с чем это еще связано? И вот так вот вы задаете, ну, 1, 2, 3 вопроса, смотрите самостоятельно, да, и дальше, соответственно, вы записывайте ценности, которые он называет. Пожалуйста, ценности не дублируйте, иначе будет вот такой список, вы потом будете просто сидеть и выбирать эти ценности. Вы, вот, например, у него может быть свобода, да, смотрите, это свобода, это ездить на автомобиле, свобода может быть, например, да, там, кататься на лыжах, да, свобода может быть для него там связана, к примеру, со снегом, и вы просто один раз фиксируете свободу. Дальше мы переходим к критериям, которые негативные критерии, да, то есть то, что мне не нравится, то, что мне раздражает. И вот здесь вот вопрос заключается в том, что какие желательные ценности у тебя в этот момент времени нарушаются, да, вот, вот за счет того, что вот это происходит. То есть то, чего ты недополучаешь в этот момент, да, что бы тебе хотелось на самом деле получить вместо того, что ты получил, да. То есть что у тебя происходит, когда я совершаю ошибки, да, и что с тобой происходит, что ты чувствуешь, да, вот такой момент. Я чувствую разочарование. И вы же не будете писать разочарование, правильно? А то есть вы будете писать уже и задавать вопросы, какие желательные ценности для тебя вот нарушаются в этот момент. Как иначе бы можно было, да, что бы ты хотел. И здесь как раз, смотрите, есть такая некая стратегия, да, про избегание. То есть Питер Ксенок тоже приводит такой вопрос, такой пример, да, то есть человек стоит на обрыве, на обрыве скалы, и он может пойти двумя путями. Он может, глядя в эту пропасть, двигаться очень аккуратно, настороженно, с опаской назад, а может развернуться от этой пропасти, да, и глядеть на красивые деревья и ландшафты, которые есть за его спиной, да, и он разворачивается к ним. И здесь вот этот момент того, что тоже пример. То есть я хочу бросить курить, да, это вот я не хочу курить сигареты, да, я не хочу пить, я не хочу заедать. Это, к примеру, один из моментов, да, когда человек волей и неволей фиксируется на этом негативном действии, да. А нам что? Мы разворачиваем клиента с точки зрения того, что мы ему даем другую альтернативу, возможность этой альтернативы. Как это выглядит? Это выглядит так, что да, я не хочу курить, а, к примеру, я хочу вкусно пахнуть и быть здоровым для того, чтобы прожить более долгую жизнь, к примеру. Да? И вот здесь нам нужно вот от вот этого негатива, к примеру, да, перевести человека на некий позитивный вот этот элемент, для того, чтобы он понимал, да, то есть какие желательные ценности. И вы фиксируете эти ценности в опять же, вот в колоночку с ценностями и рассказываете клиенту об этом. Что еще происходит у нас дальше? Если появляется какая-то новая ценность, вы ее непосредственно уже вписываете. Вот так вот мы проработали ценности. И я вас, пожалуйста, попрошу сегодня сделать то же самое самостоятельно самим. Вот у нас до пятницы есть время. Проведите, пожалуйста, эту работу. Обозначьте, что вам нравится, что вас раздражает, да, и попробуйте определить вот эти ценности. Что касается непосредственно самих ценностей, да, и вот смотрите, и вот видите, каждое действие приводит к какой-либо ценности человека. И здесь нам нужно сделать следующее.
Нам нужно будет потом с вами выделить 10 ключевых ценностей. 10 ключевых ценностей. Сейчас я вам даже вот, ну, по примерам там, например, приведу. Сейчас. Постараюсь сейчас открыть. Компьютер закрылся. Ценности. Непосредственно, когда мы говорим... Так, сейчас, минуточку, открываем. Угу. Вот. Я готовила, но тем не менее. Смотрите, и вот, например, ценности, да, не сделаю, так как это все-таки индивидуальное, мы выделили. У меня человек выделяет, мы сделали критериев, то есть человек делал, заполнял самостоятельно таблицу, и его прям так хорошо это заполнялось, порядка около 60 или 70 вот этих вот, да, критериев мы сделали. И, соответственно, мы выделяли потом, у нас была, например, ценности были любовь, страсть, забота, участие, внимание, комфорт, спокойствие, безопасность, семья, материнство, восхищение, похвала, признание, одобрение. Вот на каждые какие-то вот эти вот все действия человек называл, да, и вот смотрите, и потом мы эти ценности группировали. Что такое группировка ценностей? То есть есть какая-то ценность, которая в себя включает другую. Это говорится о том, что есть ценности более высокого порядка, есть ценности более низкого порядка. Вот ценности более высокого порядка в себя включают другие ценности, к примеру, да? И таким образом вы предлагаете человеку с вами пройти этот путь и вот эти вот ценности преобразовать вот в топ-10. Почему здесь рекомендуется все-таки топ-10? Да? Потому что это тот момент, который интересен для исследования, и человек может действительно их удержать. Если мы выделим 2-3 ценности, да, то у нас не будет большой вариативности, да, для удовлетворения, потому что вот эти 2-3 ценности могут быть не совсем высоко удовлетворены, к примеру, да, человеком. И тогда у человека происходит что? Такое чувство, ну, как несчастности, неудовлетворенности, да, жизнью. И поэтому мы предлагаем вот эти вот 10 ценностей. Ценностей на самом деле у человека может быть большое количество. Но мы предлагаем вот именно в рамках этой работы, для того, чтобы человек мог на них фокусироваться и опираться впоследствии в своей жизни, мы предлагаем сделать ему вот 10 ценностей. И вот, к примеру, смотрите, вот в ценность любовь мы объединили там любовь и страсть. Например, смотрите, ценность похвала, да, то есть она назвала похвала. И вот послушайте, как вот насколько вам будет в похвалу, это вот как такая ценность более высокого порядка, мы как будто бы внесли ценности более низкого порядка, да, это восхищение, это признание, это одобрение, да. И, соответственно, как бы вот, вот эта ценность похвала, она у нас включает вот эти вот там ценности, которые тоже были указаны. Если, например, мы говорим про ценность новизны, то в ценность новизны, как ценность более высокого порядка, мы включили созерцание красоты, новизна. Когда мы говорим, например, про ценность нужность, да, это нужность, это полезность, это сотрудничество, да, то есть вот человек наполняет вот эти ценности смыслом, и вот в этом есть и уникальность вот этого. То есть каждая матрица – это вот отпечаток пальца человека, потому что именно там вот это вложено. И представьте себе, да, человек, который вот чисто интуитивно, неосознанно где-то что-то делает, вот когда ему там что-то некомфортно, он садится за руль, к примеру, за автомобиль и едет. Да, и он куда-то едет, включает музыку. И не всегда он понимает. Он понимает действенную часть этого, да, что мне вроде как нужно отвлечься. Но на самом деле за вот этой ездой он получает некое спокойствие и свободу, к примеру. Да. Или когда человек может с кем-то, например, вот здесь вот, да, разговаривать с кузиной. Именно за, вот здесь вот он может чувствовать определенный рост именно через, к примеру, этого человека. Да? То есть
мы интуитивно что-то делаем, но не всегда осознаем. И вот эта вот матрица, она помогает осознать, в область осознанного вывести, почему я так или иначе делаю это действие. Да? То есть я понимаю, почему я пересаживаюсь. И для меня это ценно и важно. И теперь мои клиенты там понимают, почему они, к примеру, путешествуют. Да? И если вдруг не получается это сделать, путешествовать, то они понимают, как они по-другому могут удовлетворить эту потребность. Да? У них появляется вариативность того, чтобы быть более радостным, более счастливым, да? И более, может быть, спокойным. Дальше следующий момент, который мы с вами будем обсуждать, это я сейчас отключу. Так. Ага. Так. Это роли. Вот посмотрите, пока мы не ориентируемся вот на эти циферки, да, смотрите, вот у нас есть определенные роли, да, человек выбирает роли, и вот таким образом мы потом будем это все вносить в таблицу. Что такое роли, да? Роль – это некий статус личности. Так. Тони Робинс, так, давайте я сейчас прочитаю, потом мы к ролям с вами перейдем, да. Так, 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 прорываем первую сторону, это я ответила. Тони Робинс выделяет 6 фундаментальных ценностей. Первая – определенность, второе – неопределенность, разнообразие, значимость, важность, связь, любовь, рост, вклад и так далее. Ну, Тони Робинс молодец, что он выделяет эти ценности. Я предлагаю вам пойти уникальным путем индивидуализации человека, и каждый человек выделит сам свои ценности, что для него важно. Давайте вспомним, если, например, здесь есть тот, кто проходил, да, там, ту же самую академию коучинга, давайте вспомним, например, колесо жизненного баланса, где есть, например, семья, да, или дети. Так вот, идеально, когда колесо жизненного баланса человек делает, ориентируясь на свои интересы. Если, например, там, человек вообще такой закостенелый child-free, к примеру, да, и ну, он не видит вот какой-то острой необходимости в создании семьи, ячейки общества, у него есть там партнерство, он живет и так далее, то ему не нужно навязывать вот, это, вот эту область и вот эту сферу, потому что это не в рамках его интересов, ему это не нужно, у него другие интересы. И он под себя составляет вот это колесо баланса то, тех сфер, которые действительно у него в фокусе внимания, тех сфер, которые его будоражат и беспокоят. Да, и тех сфер, которые он хочет прорабатывать и развиваться в этих сферах. Да? А здесь получается, вы спустите некий шаблон человеку. И поэтому здесь мы говорим о том, что как кто-то может еще сказать, что мне нравится. Мне нравится вот это и это. А вот то, что для других ок, мне не нравится. И вот через вот это состояние нравится, не нравится, потому что наши чувства обязательно есть в теле, да, нейрофизиология о чем говорит, да, что эмоции, это же не только про головной мозг, да, эмоции у нас формируются там, но они у нас живут в памяти тела. И если мне нравится, как я чувствую себя, насколько это в моем теле, если мне это не нравится, вот это состояние зажимания. И как кто-то может сказать, что я должна делать, любить и нравиться, или не должна. И вот вы действуете вот ровно в этих рамках человека, понимаете? Вот в рамках вот того, что человеку нравится. Когда мы говорим про роли, что нам важно? Так, скажите мне, пожалуйста, про группировку ценностей, про нравится, не нравится. Насколько вам понятно все? Поставьте плюсики, если понятно. Если есть вопросы, задайте. Мы сейчас пойдем с вами чуть дальше. Понятно. Окей, понятно. Хорошо, хорошо. А теперь смотрите, вот эту таблицу, пожалуйста, заполните. Посидите прям, подумайте, каково вам, что откликается у вас, да, и подумайте, какие ценности вы удовлетворяете вот в этот момент времени, да, то есть какая потребность в чем у вас возникла, и записывайте, да, и потом выделяйте 10 ценностей. И помните о том, что я вам говорила, ценности формируются у нас в первые годы жизни,
к годам к 18, вот так, плюс-минус, они уже укрепляются, и мы не можем их взять и выкинуть, эти ценности. Они идут с нами всю нашу жизнь. Это не некое такое аморфное понятие, которое вот здесь я возьму, а вот здесь я не возьму. Ценность – это то, из чего я создаю. То, из чего, то, на что я опираюсь, да, то, что является для меня значимым. Это, представьте, вдумайтесь в фразу: мои ценности ежеминутно определяют мой выбор. Что конкретно я выбираю делать, а что я не выбираю делать. А мы на самом деле каждую секунду нашей жизни делаем тот или иной выбор. И когда я понимаю, из-за чего, ради какого чувства, да, и для чего я делаю этот выбор, то тогда я иду легче. Нету вот этой вот, вот этого состояния, то ли так, то ли так, то ли лыжи не едут, то ли со мной что-то не так. То есть вот, и тогда, представляете, вы знаете полностью все свои ценности. Да вам невозможно будет объяснить, что вы что-то делаете не так, там, например, да? Ты пересаживаешься в кафе, потому что у тебя что-то там не в порядке там, с тобой, иди, пойди там, это, продиагностируйся. Нет, не нужно. Здесь четкое объяснение того, что для меня это важно, для меня это ценность. Например, у меня есть клиентка, для которой важно, очень важна эстетика, да, то есть вот этот внешний вид. Она говорит: я не могу, для меня, например, вот вообще просто какие-то общественные магазины или какие-то общественные места, это просто трэш-трэшовый, да, и у нее прям четкая договоренность, она не ходит, ребенок ходит в простую школу, она говорит: я не могу туда заходить, вот эти вот все, такое вот все какое-то не такое, мне не нравится. Она выбирает для себя определенные какие-то направления, действия, где ей комфортно. То, что ей некомфортно, она может абсолютно спокойно делегировать. Ну, понятно, что она делает то, что нужно, если нету других обстоятельств, других условий. Но если у нее есть возможность что-то делегировать или что-то изменить, она это меняет абсолютно спокойно. Теперь так. С клиентом вместе искать, как эти ценности можно по-разному. Мы с вами чуть попозже об этом поговорим, как мы будем предлагать клиенту эти ценности, как можно эти ценности удовлетворить. Сейчас пока вот самое главное, что нам нужно научиться делать, а лучше всего это сделать для самих себя, это вот так, да. После проработки себя ценности могут меняться. Ценности, вот смотрите, что такое проработка себя? Это проработка, просто понимание того, что для меня важно, как я реагирую на то или иное, да, и как можно реагировать иначе. Но если я что-то делаю, то у меня внутри есть моя ценность, для чего я это делаю, да. Ну вот как может, например, если у вас есть желание новизны, к примеру, да, там ценность новизны, то ну, как она поменяется в зависимости от того, что вы себя проработали, да. Она может качественно, то есть как-то поменяться, но сама ценность не будет меняться. Если мы, например, говорим о ценности, ну, например, удовольствия, да, там, или наслаждения, да, то есть вы проработали себя, что вы от этого будете, ну, не будете получать наслаждение или не будете ставить это во главу угла, или если для вас очень важна будет красота и эстетика, к примеру, да, то есть здесь проработка, она дает вам четко стоять на опорах, понимать, что с вами происходит, все неосознанные реакции выводить в область осознанного, когда мы выводим в область осознанного, мы понимаем, что мы делаем, мы осознаем, как с этим можно управляться, да. Можно работать в этом ключе. Я говорила о том, что лет с 18 эти ценности уже у нас устаканены. На самом деле у меня был очень интересный опыт работы с подростком, потому что ценности были сформированы, и, конечно, его штормило. И когда мы эти ценности с ним проговаривали и составляли эту матрицу ценностей, у него, например, очень четкое понимание произошло, куда он, ему 15 лет человеку, да, у него прям произошло очень четкое понимание того, где бы он хотел учиться вот через это. И еще один из моментов. Иногда, когда вы предлагаете эту работу, как же человек, да, вот привык, оп, наскоком быстренько решил, все задачи прописал, все быстренько и так далее. Ну, так, по крайней мере, принимается коучинг, да. Если мы говорим по психологии, человек понимает, что это работа, как правило, всегда в долгую. И иногда эти сессии раскрываются достаточно длительное время. Человек сделал, получил, вроде проговорили инструменты, как он может работать, где ресурсы, где не ресурсы, как это все можно забирать, встраивать в
интегрировать в свою жизнь, но у него проходит некое состояние такое, да, то есть, а что я, а как я, он начинает, ему нужен период действия для созревания, он начинает действовать потихоньку, размышлять потихоньку, интегрировать вот это в жизнь, вот прям так вот, это вот уже прям на таком осознанном, осознанно осознает, почему он это сделал, зачем он это, например, сделал действие, да, некий анализ появляется, и где-то только через месяц вот это состояние отыгрывается, где-то через месяц они все пишут, нифига себе, а вот у меня тут вот это поменялось, а я здесь стал относиться к этому вот так, а вот здесь я стал относиться вот так, и меня это настолько удивило, и насколько это открывается, то есть мы будем сейчас чуть позже с вами говорить о том, как эти ценности, ну, как эту работу действительно интегрировать в жизни, как человек может компенсировать очень многие вещи, на которые у него вот в данный момент времени идет некое сопротивление, потому что он не осознает. Итак, господа, давайте придем к ролям. Роли нам тоже желательно выбрать, ну, там от 8 до 10, давайте вот так вот поставим, и поставим с вами следующие критерии, да, это роли профессиональные, это роли личные, это роли могут быть, которые про я как индивид, да, и это могут быть какие-то дополнительные роли. И рекомендуется, ну, по факту мы можем выделить такие несколько основных, да, там три группы, это профессиональные, личные и я, да, касающиеся моего я. И на самом деле иногда происходит затык, там выбрали жена, мама, ну, если мы говорим про девушек, да, там где-то какая-то работа, и такой оп, и затык произошел, да, и здесь вы можете, и человек вот не может, вот он застрял, и вот он сидит и сидит в этом во всем, да, и вот он не понимает, как ему сделать то или иное. И поэтому, соответственно, вы же спрашиваете, чем интересуется человек, да, какие роли он оказывает. То есть это может быть жена, это может быть мама для детей, да. Это, в конце концов, может быть просто женщина, как женщина. Это могу быть я, как я, вот я, моя личная идентичность, да. Я могу быть как спортсменка, как блогер, как психолог, например, как коуч, да. Как друг я могу быть, да. Я могу быть как тетя. Да, то есть на самом деле ролей очень много. И как художник, как я не знаю, как писатель, да. И вот этих ролей может быть много. Распределить эти роли приблизительно вот профессиональное, личное и я, то есть, и может быть какая-то дополнительная, да, там, к примеру, еще роль. И, соответственно, записать их в, вот, в левый, ниже, в левый столбик. Да. Здесь у нас ценности идут, здесь у нас идут вот так вот роли. И что я хотела бы еще по ролям сказать, да? И вот смотрите, если ценности, они сохраняются, формируются и сохраняются у нас всю нашу жизнь, да, то роли, они более гибкие, и они меняются, да, к примеру. Ну вот сегодня я там жена и мама, жена, например, да, а там, может, завтра я уже не буду жена. Или, ну, например, сегодня я работаю бухгалтером, но там через какой-то промежуток времени я завершила эту деятельность, да, и стала там, я не знаю, психологом или художником, да. То есть понятно, что роли меняются. Там сегодня я там занимаюсь йогой, а завтра я там, не знаю, пойду в этот бодибилдинг, к примеру, да. И я буду себя там, это одна из моих ролей, в которой я себя реализую. И это очень важно. Так, в зависимости от актуальной ситуации, они меняются. И так, сейчас еще посмотрю, что у меня здесь. И смотрите, и вот здесь вот вы, опять же, ролей он может назвать, может быть, и много, особенно есть клиенты, которые никак на чем-то не могут сфокусироваться, да, то есть у них там в голове рой мыслей, рой идей, рой ролей, в общем, некий такой прям микс, к примеру, да, то тогда вы человеку задаете больше вопрос, к примеру, о том, да, а какие роли вас на данный момент времени интересуют больше всего. И здесь было бы классно еще проранжировать, например, роли, да, то есть какая роль для человека является более значимой на данный момент времени и ключевой. Но это делать не прям нету такой острой необходимости.
Вот. А дальше мы с вами будем касаться непосредственно оценки каждой ценности в определенной роли. Но это я предлагаю вам перенести уже на следующую лекцию. Почему? Потому что у вас уже сложится некая такая картина, некая матрица. Вот эту матрицу, вот такую матрицу, вот сейчас пока без всяких вот этих цифрок, да, я приложу в актуальное сторис сейчас, назову ценности. И ваша задача будет составить вот такую вот матрицу, да, пока прописать ваши роли и пока прописать ваши ценности. И в пятницу мы будем с вами, это уже частично, может быть, кто-то заполнит, вы уже посидите, вы уже будете прочувствовать, как это действует, что там дальше, да. Те, кто будет смотреть в записи, я тоже вам рекомендую, прежде чем потом смотреть следующую лекцию, составьте вот этот список для себя. Составьте вот данную составляющую, да, и всегда задавайте себе вопрос, да, для какого чувства я это все делаю, да. Вот, теперь давайте отвечу на вопросы. Через понимание ценностей можно проработать то, чем человек может заниматься в жизни, однозначно. И смотрите, здесь потом впоследствии, например, те, кто в коучинге, да, через вот эту матрицу вы можете прям прописать план коуч-сессии для человека, я там не знаю, на год вперед, понимаете? Потому что, например, и почему вот если, к примеру, человек приходит вот, вот именно в такую работу, и вы ее предлагаете, иногда бывает такое состояние, когда человек реально просто потерян. Он говорит, слушайте, ну вот я просто не знаю, меня вообще все перестало мотивировать. Я вот понимаю, что я вот устал от какой-то роли, к примеру, да. Но он не говорит это так, но я тут устал от этого директорства, к примеру, да. Или у нас с женой возникают конфликты, потому что она мне предъявляет претензии, что я выделяю ей недостаточное количество времени, к примеру, да. Или женщина говорит о том, что, блин, я вот понимаю, что я мама, вроде бы как хорошо, но иногда я понимаю, что вот я испытываю такое определенное раздражение, да, к мужу, бывает к детям, бывает иногда к домашней работе. Это, безусловно, можно вытащить разными способами, да, разными методами. Но вот здесь вот, когда вы предлагаете вот эту матрицу человеку, да, она может видеть потом через вот эту матрицу, через эту метафору, почему действительно ее раздражает. Потому что, к примеру, у нее роль там профессионала, да, она может быть в такой глубокой просадке у нее, потому что она выполняет, ну вот она занимается ценностями других людей, она удовлетворяет ценности других людей, а свои ценности она, ну, не осознает, она не понимает, насколько это для нее важно. И здесь вот смотрите, момент такой, что здесь невозможно навязать этому человеку, вот ваш клиент здесь не ошибется с ценностями. Он не, если вы дадите ему, например, скажете ему, назови 10 ключевых ценностей для тебя, он назовет вам в большинстве случаев максимально приемлемые социальные ценности. А здесь в чем фишка вот этой работы? То есть через критерии, что мне нравится делать, созерцать, получать, и то, что мне не нравится делать, созерцать, получать, мы через это, через такую индивидуальность вычленяем эту ценность, и он называет эти ценности самостоятельно и дает нам эти ценности, и мы записываем. И запомните раз и навсегда, человек никогда не поспорит с самим собой. Если точку зрения другого человека он всегда может придать критике, то когда мы говорим про то, когда он разговаривает и ведет диалог сам с собой, то, как правило, человек сам с собой, ну, не спорит. Поэтому здесь вот этот момент очень важен. Через понимание ценностей можно проработать. Поэтому, да, мы можем вообще проработать большое количество запросов, идей. И, в принципе, прикиньте, вот, например, да, там человек увидел вот эти вот красные квадраты, это зоны развития, которые у нас потом впоследствии будут, да, увидел, посмотрел и такой, ёптить, ну-ка дайте-ка я посмотрю, что ж такое там с нами произошло. И, соответственно, начинает говорить, да, вот эти вот составляющие. Ого. И вы прорабатываете. И все. И здесь непочатый край и непочатая
количество сессий. И на самом деле не стесняйтесь предлагать человеку проработку, не стесняйтесь. Это не потому, что вы что-то навязываете, потому что очень часто, особенно вот я смотрю в общении с клиентами, они, знаете как, вот это такая некая зашоренность, это некие вот такие вот, вот такие шоры на глазах стоят, да, и он идет вот в привычном ему направлении, в привычном ему ключе, а вы даете ему альтернативу. Могут ценности оказаться ложными, не его, а потом вылезут настоящие в процессе. Но я ответила на этот вопрос. Пишите, кстати, вопросы, если у вас еще есть. Я ответила на этот вопрос, потому что это не могут быть не его ценности, потому что вы вытащили из него, исходя из того, что ему нравится. Но здесь один момент. Не называйте вместо клиента эти ценности. Не давайте формулировок, никаких формулировок. Здесь вот вы просто следуете по пятам, вы задаете вопросы, вы не оцениваете, вы не в своей карте. Если он считает, что там в ценности любовь, например, входит, я не знаю, там секс, страсть и все остальное, да, и он не говорит про какую-то там высокодуховную вот эту составляющую, он как любовь видит в себе вот это. И каждый раз, когда он будет смотреть на эту матрицу, вот в этой графе «любовь», он будет видеть прежде всего то, что он туда вложил, вот, вот смысл. Поэтому здесь вот ложных ценностей не будет. Но здесь есть одна такая составляющая. Человек может назвать, он не может понимать, как ему может, он хочет это назвать, у него может крутиться на языке то, что он хотел, как бы он эту вот группу ценностей, к примеру, хотел бы обозвать, вот оно крутится, но он не может сформулировать. И вот здесь вот, если он, вы ему подскажете, или он назовет социально приемлемым каким-то, да, формулировкой, то здесь может быть некая такая составляющая, когда вы будете прорабатывать таблицу по таблице, у него может некое быть непонимание. И когда мы будем ранжировать ценности, я вам все это объясню, расскажу, вы будете видеть, что здесь затык. И тогда вы можете предложить клиенту назвать эту ценность так, как он это видит. Потому что для некоторых секс, страсть, там, я не знаю, и все что угодно вот, вот в этом направлении, это и есть для них любовь. И поэтому так назовите. А для кого-то любовь – это там подержаться за ручку, пообниматься и поговорить о чем-то высоком, да, то есть вот понятно. А здесь вот эта составляющая, которую человек прежде всего должен самостоятельно дать определение, только самостоятельно. Будьте, пожалуйста, здесь очень внимательны, здесь можно сделать такую некую, вроде кажется такая мелочь, знаете, такая, но это потом мелочь, она может вылезти в такую большую существенную ошибку, где человек будет не принимать вот эту матрицу, да, вот, вот ну, как-то вот у него будет, он не будет или не будет понимать какие-то роли, вот глубинности вот этой прочувствования. Когда он все это через себя пропустил, у него это прям идеально. Хорошо, я сейчас все тогда вам выкладываю. Так, спасибо огромное, такая уверенность появляется после ваших лекций. Конечно, будет уверенность. Если вас вот от момента того, пока вы сейчас учитесь, и момента того, когда вы будете нести и создавать условия, в которых люди будут чувствовать себя комфортно, пройдет какой-то промежуток времени и ваша практика, да, и вы ко всему этому придете. И если вы действительно заинтересованы тем предметом, которым вы занимаетесь, вы развиваетесь в нем, люди это, я всегда говорю, они это все всегда считывают. И матрица ценностей, составьте ее для начала для себя, потом составьте ее, например, для своих близких, кто захочет. Не надо догонять и причинять добро, но вы просто составите, поживете, и вы начнете смотреть, как меняется пространство вокруг вас, как вы реагируете на то или иное. А может быть, вы даже увидите, что вы прете на себе какую-то роль. Вот когда я составляла матрицу, вот именно в этой, я увидела, что я пру роль руководителя организации торгового предприятия, да, где вроде как все хорошо, но она оттягивает у меня вообще. То есть она мне настолько вот мою матрицу прям вот вообще вниз спустила, потому что мне не хватало там сил на то, на то, на то, на то. Да, то есть вот одна роль нарушала 10 моих ценностей фактически. И вот в этой роли ни одна из моих ценностей не была удовлетворена, потому что я согласилась на определенный момент времени, да, там, поддержать предприятие и так далее. А в итоге это нет ничего более постоянного, чем временно. И потом мне стало, наоборот, сложно это уже делать. Да. Я увидела, что у меня вот этот общий уровень удовлетворенности жизнью вообще в целом, он был для меня некомфортен. И как только эта роль была мной увидена вот так вот, да, что она у меня там вообще в низком параметре
произошло переосознание, роль исключена, и автоматом подтянулись все сферы, потому что все, туда фокус внимания уже пошел, и выбирается конкретно роль и ценность, которую мы прорабатываем в первую очередь и смотрим. Я об этом буду рассказывать вам уже на следующей лекции. Но будет классно, если у вас уже будет вот такая матрица. Можете ее напечатать, например, себе в Excel, оформить. И заполнить. Хорошо? Не надо проставлять никаких цифрок, не надо ничего делать, не загружайте свой мозг, лучше отдыхайте и лучше качественно составьте, что мне нравится и что мне не нравится. Как важно понимать свои цели. Да, это навигатор. Вот представьте себе, что вы едете на какой-то там, я не знаю, представьте себе, что вы в Японии, да, и там вообще ничего не понятно, что, как, куда. У вас есть вообще навигатор, который вам указывает вообще каждый пенечек, который может встретиться на вашем пути, вам показан на этой карте. Вот все, что вы можете вообще споткнуться или не туда свернуть или так далее. Вот это матрица ценностей. Когда вы познали свою матрицу ценностей, это вот реально вы познали самого себя. Вот каждую секунду то, что вами движет. Да? И когда вы, к примеру, начинаете делать какое-то действие, которое вам, казалось бы, сейчас не нравится выполнять и действовать, вы договариваетесь это, потому что в этот момент вы понимаете на самом деле, либо какую ценность вы отодвигаете, а какую ценность вы сейчас выводите. У нас есть ценности, которые мы будем с вами потом, когда их ранжировать, ценности, вы увидите о том, что ценности бывают там, которые... Ну, по важности они у нас будут распределены. Вот то, что ценность, которая прямо на первом месте стоит, да, есть ценность, которая на седьмом. И между первой и седьмой вы, конечно же, большее предпочтение отдадите первой. Но если вы не осознаете вот эту вот матрицу своих ценностей, и вам приходится выбирать вот эту седьмую, а вот этой жертвовать не удовлетворять, вот в этот момент происходит большое чувство дискомфорта. И если вы понимаете, что происходит, и что, где вы сейчас, да, и почему вы выбираете действовать в рамках этой ценности, тогда вот эта ценность, она у вас, то, что она не удовлетворена, вас это не вводит в состояние дисбаланса и дискомфорта. Вы просто четко... Вот, это реально система, вот как робот просто. Вы чук-чук-чук отобрали себе, сами с собой пошли, договорились, все поняли и поняли, как вы можете что сделать, к примеру, да. Или вы выполнили вот что-то, вы подвинули. Понимаете, смотрите, здесь же так в жизни иногда складывается, что когда мы делаем какой-либо выбор, ценности, которые для нас важны, вот из этих 10, между ними может произойти конфликт. Между этими ценностями. И вам нужно будет сделать выбор. И когда вы делаете выбор осознанно, понимая, что вы ставите сейчас во главу и почему вы это делаете, тогда вы вот эту напряженность конфликта просто убираете и снимаете. Это вот так получается. Это так сильно познать самого себя. Спасибо за инструмент. Матрицу обязательно себя проведу через нее. У меня, кстати, там в Инстаграме тоже, по-моему, в актуальных закреплено ценности. Я выкладывала сторис-посты. И там, да, когда ты познал самого себя, для тебя теперь не составляет сложности понимать другого. И это действительно так, да, и вот психолог – это человек, который, да, он познает и себя, и он познает другого. Может быть, в процессе учебы вы уже замечаете, что вы на многие вещи других людей немножко по-другому смотрите, да, то есть вы даете возможность человеку быть таким, какой он есть, и не накидываете на него там нереальные какие-то свои ожидания, да, и не испытываете разочарований. Так, все, спасибо вам за обратную связь. Начинаем знакомство с собой, оно очень увлекательное, очень интересное. Это действительно очень круто. До пятницы, до следующей лекции. На следующей лекции будем прям прописывать эту ценность, я буду учить вас ранжировать и будем выделять определенные зоны. Тот, кто будет делать в процессе, ну, по крайней мере, будет пытаться сделать в процессе, возможно, я там дам какой-то промежуток времени, да, можете подготовить маркеры красный, зеленый и желтый, да, например, или там синий, желтый, зеленый. Возьмите то, что вам актуально. Мы будем с вами выделять, разбирать по зонам. Все, всем доброго вечера, всем удачи, наслаждайтесь обучением. Всем пока. Любите и цените себя и помните всегда про свои ценности. И то, что вы тоже ценность. Вы ценность. Пока.